И сегодня же опубликованы результаты опроса в ЦИОМ. Жители Крыма спросили, в частности, как бы вы проголосовали на референдуме о воссоединении с Россией, если бы он состоялся в ближайшее воскресенье. Подавляющее большинство респондентов, 89%, сказали, что не изменили своего мнения и видят Крым только российским. К слову, в целом по стране, отметили в ВЦИОМ, воссоединение поддерживают 85% населения. 86% опрошенных в Крыму уверены, что сейчас регион развивается более успешно, чем когда он был частью Украины. 72% заявили, что вхождение в состав России положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. Довольны своим нынешним положением 82% опрошенных.